И что ж, всем привет, с вами Саня Электрики, мы продолжаем проходить Spec Ops The Line. Это часть третья. Адам, слуга. Мы уже проснулись после того, как упали. Глава 3, внизу. Я тоже. Да? Думаешь? И как? Я же говорю. Где они? Где вы? Еще сверху? Ладно. Получи где-то. Блин, сверху бесит. Придется. Нифига себе! Согласен. Сюда? Как думаете, ребятушки? Ладно, идемте сюда. И старых ужастиках монстров всегда убивают с помощью серебра. Кольями, крестами, пулями, чем угодно, лишь бы речь была о серебряной. Опа. Серебряными пулями убивают солдат. Выходит, мы и есть монстры. Похоже, они отправляют на переплавку все, что удается найти. Украшение, столовое серебро. Умный ход. В Дубае пуля стоит дороже. Да, послушали мы.
Покер, техасский рейнджер. Извиняюсь. Ну и где вы? На. Нифига себе. Боря на нашу пользу. Где ребята? Я тоже ни хрена не вижу. Да, согласен. Яма должен, да? Окей. И у нас загрузка пошла. Ждем, пока она пройдет. О! Алло, 4 беженцы. Странно тут все как-то, я вам скажу. Ну. Так, все за мной. Куда идти?
О! Спокойнее, внизу гражданские. А тут уютно. Ни хрена себе! Шелковые занавески, серебро, отличный хрусталь. Я о том же. Мать его, Сиди. это что за... Просто перебили всех. Не, смотри, их построили. Это катер. Прямо как в Кабуле. Слышали? За мной и тихо. Мы будем продолжать, пока там не все не расскажешь. Сколько солдат находится в водохранилище? Уходи, пока можешь, агент. Наши бойцы уже на подходе. Проклятые не спасут. 33-й перестал Прокля... существовать, нарушив приказ. Пошел ты. Дубай жил бы в мире, если бы вы не подняли местных. Подбили убивать солдат. Вы правда думали, что мы не ответим? На то и расчет. ЦРУ всегда завершает начатое. Что ж, давай докажи. Ни хера я не скажу. Нет! Что это? Не стрелять! Опусти оружие. Думаешь, я дурак? Нет, поэтому ты сейчас уберешь свою пушку. Опусти ствол, я опущу свой. И не мечтай. Как звать? Макферсон. Лейтенант. А ты кто? Уокер, капитан. Нас прислал твой друг, он был возле самолета. Правда? Да. Погиб. Почему я не удивлен? Ну и думаешь, мы его убили? Этого я не говорил. Да ты вообще не изболтлив, друг. Параграф 4, капитан. Обратитесь к моему командиру. А он где? Думаю, сейчас он уже внизу. Ага. Подождите здесь, я за ним схожу. Странно все, ребята. Лога. Ни хрена себе! Это же добро ЦРУ! Наверное, это не их база. Рекрут, я сообщал по прибытии. Еще одну фигню какую-то нашли. Все, до первой новой контрольной точки доходим. И до следующей части. Вот так. Этого стало только хуже. Из-за бури радиосвязи со штабом нет. Агент Дэниелс уехал, чтобы передать отчет. Конторе он не понравится. Боюсь представить, какие будут дальнейшие вызовы. Все, послушали. А теперь продолжим свой путь. О, наконец-то. Это были солдаты. Наши солдаты. Это самооборона. Мне от этого не легче. И не должно быть. Куда идти? А, ребят, идем, идем. Ну. Все назад. Ну все, ну что ж, всем... Всем пока, встретимся в следующей части. С вами был Саня Электрик. Да. Не, к следующей контрольной точке, да. Вы погибли! Ух ты, круто! Первый раз контрольная точка. Мы уже продолжим в следующий раз. Всем пока, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. С вами был Саня Электрик.